уважаемые гости, уважаемые родители, сегодня мы устраиваем ежегодный брифинг питания в нашей столовой, когда вы можете сами попробовать то, что едят ваши дети, задать вопрос у предпринимателя, который организовывает питание, и повару, который, в принципе, готовит, и повара, может быть, там в ее лице, вот все, что мы, чем мы кормим детей. Я хочу сказать о том, что предприниматель, который организовывает у нас питание, это не первый год, это Троицкий Кирилл Александрович. Уже много лет мы с ним сотрудничаем. Нареканий, слава богу, никаких нет, поэтому вот долгие годы продолжается наша дружба. Но и каждый раз, в принципе, когда мы проводим брифинг, приходят родители. Сегодня вот вижу, некоторые первый раз пришли. В общем-то, надеюсь, и сегодня так будет. Всем все нравится. У нас с каждым годом увеличивается количество питающихся детей. В этом году тоже увеличивается. Ну, к сожалению, зал больше не становится, 120 посадочных мест. Поэтому у нас есть одна большая перемена, которая 20 минут, где мы кормим детей в два потока. Возможность у вас попробовать будет сегодня. Хочу сказать о том, кто, может быть, не знает, что у нас диетическое питание, в принципе, в столовой, что все готовится на пароконвектоматах, запекается, не жарится, не используется свинина, мясо только говядина, рыба и курица. Все, что касается меню, оно согласовано с Роспотребнадзором. Но и, в общем-то, родительский контроль, мы всегда просим родителей приходить в любое время, готовые повара и предприниматели вас встречать, чтобы попробовать, посмотреть вообще, какая ситуация в нашей столовой. Мы всегда рады вас видеть. Я хочу сказать еще о том, что на нашем сайте, школа номер 14, вы можете, я, наверное, сегодня в группу родителей, классным руководителям брошу, они в родительских группах разместят. Есть ежедневное меню, где вы можете посмотреть, ну, полностью раскладка, сколько грамм, калории какие в меню. Ну, в общем-то, это тоже имеет место быть. И вот в зависимости от того, что все мы, как говорится, на вкус и цвет товарищей нет, да? У всех у нас разные пищевые предпочтения. К сожалению, наши дети не очень хорошо едят горох, потому что дома, я так понимаю, мы его редко готовим не от того, что мы его не любим, а от того, что такая процедура достаточно длительная. Хотя они с удовольствием едят гороховый суп. Не очень много детей, кто любит гречку. Наверное, тоже от того, что гречку мало готовят дома. Ну, проще, наверное, макароны приготовить, даже картошку, да? А вот с гречкой тоже не все дети любят, но очень полезный продукт, но некоторые берут по 2-3 порции. Вообще все у нас подается горячее. Было замечание, наверное, года 2 назад о том, что второе уже вот остывшее. А сейчас таких, ну, по крайней мере, в последнее время замечаний не было, потому что подают вот практически второе, когда дети уже заходят в зал. Организатор питания у нас Ирина Николаевна Кондратьева. Какие-то вопросы вы можете сегодня задать ей. Ну и что касается питания, значит, чтобы вы тоже знали, все дети начальных классов у нас получают бесплатные обеды. Те дети, которые находятся здесь дольше, чем 13.00, они еще завтракают. Есть у нас вот сейчас желающие первый класс родители группу присмотра и ухода организовать. Платно это будет группа в первом классе. Там дети будут находиться чуть позже, там до 4 часов. И там будет еще и полдень. Но предоставлены, если они захотят это сделать. Поэтому вот начальное звено бесплатно питается. Есть у нас льготные категории. Это дети, семьи дети из многодетных семей. Это малообеспеченные дети, у них льготы. Есть льгота для детей с особым здоровьем, с ослабленным. Эти дети бесплатно питаются для родителей, а компенсация идет предпринимателю. Ну и дети, чьи родители на сегодняшний день находятся на СВО, они тоже бесплатно питаются, согласно постановлению администрации города Кузнецка. Ну что еще
Значит, лучше, конечно, один раз попробовать, чем 100 раз услышать, понюхать. Поэтому, наверное, мы сейчас с вами поступим так. Вы сейчас все пробуете, что вам, мы предлагаем вам сегодня. Это недельное меню. Здесь у вас вот стоят тарелочки, ложки. Вы наливаете, пробуете, дегустируете. Здесь у нас вот то, что второе, и гарнир, и там компоты, и завтраки. Попробуйте, пожалуйста, чтобы потом нам буквально, ну вот сейчас у вас тут свободное время, обменяться мнениями, а потом мы с вами зададим вопрос, если у кого возникнут предприниматели, мне, организатору питания, ну и виновникам торжества наших планов. Спасибо большое, повара. Всем, кто это организовывал, спасибо большое. Очень все понравилось. Я очень рада, очень довольна, что наши дети питаются по нормам Санкт-Петербурга. Спасибо большое организаторам. Очень рада, что вот Юрий Владимирович объявил, что это еда диетическая. Мне очень это понравилось. Спасибо. Все было очень вкусно. Главное, что еда съедобная. Наши дети, надеюсь, с удовольствием будут ее кушать. Спасибо. Все хорошо, все вкусно. Молодцы. Очень вкусно. Все попробовала, все вкусно. Блин, в обед будем ходить сюда. В обед будем сюда ходить. Прекрасная кухня. Очень вкусно. Все очень вкусно, спасибо большое. Мне тоже очень все понравилось. Все было очень вкусно. Спасибо большое поварам.